програвировал рисунок. Вот у нас тигр. Джекот мы уже загрузили. И теперь включаем УП-шку на обрезку. Нажимаем старт. Я оставлял перемычки специальные, элементы переходов, для того, чтобы заготовка у нас не выпала. Вот так вот. Ну и вот, собственно, все, справился. Это вот работа на наш край. Немножко шлифанем, и все идеально. Вот так вот у нас выглядит сам станок. Лазер эконом с установленным шпинделем 0,8 кВт.